Зажгли по-весеннему. Музыкальная Наурыз-вечеринка от Музон и Мола Апорт прошла на ура. Яркое солнце, жизнерадостная публика и только хорошее настроение, которое, кстати, дарили зрителям артисты. Дэнсила на сцене не по-детски. Украинско-казахстанская певица Ману. Очень рада сегодня была выступать, правда, очень теплая публика, очень классно приняли меня. Очень прекрасный праздник на самом деле, я начинаю изучать культуру Казахстана, и Наурыз это вот один из таких значимых праздников в Казахстане. Конечно же, я пробовала Наурыз Коже, конечно, обожаю Буурсаки. Всем казахстанцам желаю в Наурыз хорошего настроения, главное, чтобы все были здоровы, добивались своих целей, были успешными. И, конечно же, любимые мои дорогие, любви, любви, любви. А вот более лиричные музыкальные флюиды подарила всем Сиви Махмуди. Всем хочу пожелать мира и добра, крепкого здоровья, благополучия. Всех благ! Пришла сладкоголосая исполнительница не одна. Певица презентовала публике своего талантливого подопечного. Хочу поздравить всех с праздником Наурыз. Я выступаю на большой сцене впервые, поэтому очень волнуюсь, но безмерно рад. Спасибо вам огромное. Вот так Мол Апорт и зажигает звезды. Ну а апогеем музыкального праздника стало выступление Мадины Садвакасовой. Концерт прошел на ура, мне очень понравилось. Сегодня пришел очень такой теплый, благодарный зритель. На самом деле у артиста Наурыз это концерты, это встречи с народом, с публикой, поэтому я очень счастлива, рада. Кстати, фанаты долго не могли отпустить артистку. Вот она, народная любовь. Одним словом, праздник в честь весеннего равноденствия от телеканала Музон и Мола Апорт состоялся. Обещаем, дальше будет больше и музыкальнее. Следите за новостями.